За последние сутки в адрес руководства аэропорта Полярный поступило несколько десятков звонков от взволнованных жителей. Айхальцы и удачницы спрашивают, не закрыт ли аэропорт и не отменяются ли рейсы из-за введенной нерабочей недели с 28 марта. Как нам пояснило руководство аэропорта Полярный, никаких изменений в работе нет. Все рейсы принимаются и отправляются по расписанию. Красноярск, Новосибирск, Москва, Иркутск, мы все принимаем. Вот на данный момент сейчас у нас начинается регистрация на красноярский рейс. Между тем, руководство компании «Алроса» и муниципальных властей призывают не покидать город на следующей неделе без особо важных причин. Важно понимать, что следующая нерабочая неделя – это не праздничные выходные, которые нужно провести где-то на отдыхе, а мера, которая призвана минимизировать распространение вируса, так как массовое нахождение людей дома может снизить распространение инфекции. Если вы можете остаться дома, останьтесь. Также отметим, что все прилетевшие из Москвы, Петербурга, Якутска будут помещены на строгий 14-дневный карантин. То же касается и прилетевших из-за границы. Не хотите сидеть на карантине? Не покидайте границ города.